Всем привет, YouTube привет. Вот дошел ход. Давно мне уже прислали клей. Называется вот так он, заклей. Как тут мы видим, из надписи 300 миллиметров, 11,3 миллиметра диаметр. Ну вот, потестим его, как он будет себя показывать. В принципе, клей вот мягкий, как мы видим, достаточно он такой мягенький, даже несколько потверже будет клей, которым я пользуюсь. Это у нас вот такой вот матрикс, которым я частенько пользуюсь. До этого я вот работал акфиксом, но матрикс чуть получше, на мой взгляд. И вот мне прислал товарищ посылочки пару штук для пробы такого клея. Сейчас попробуем. Ну, для начала я хочу матриксом приклеиться. Те же самые, допустим, как он дергает. Ну, это, конечно, тест несколько субъективный, но тем не менее он покажет, так сказать, возможности того клея, этого. Делать это все будет на отрыв. Сначала я сейчас приготовлю, выберу пару-тройку грибочков, которыми буду тестить. Вот, сначала поклею и на отрыв мини-лифтером дерну клеем матриксом, потом вот этим заклеем. Вот так это все выглядит. Вот его еще раз покажу фамилию. Сейчас резкость не хочет наводиться. Снижит. Вот заклей 701. Как мы видим, набираем просто-напросто термоклей заклей. Вот так. Или 701 заклей. И в Яндексе тут куча всего. Значит, кому интересно, вот могут набрать, почитать его характеристики, что к чему и почему. Опять же, кому интересно. А сейчас приступим к подготовке поверхности и грибков. Вот мне придарили такой вот капот с Камри. Хочу потренироваться, потому что на Тойотах и вот в частности на Камри я сталкивался, что несколько металл капризный. Вот на нем мы и будем тренироваться. Помыл я пару раз со спиртиком. Это не очиститель стекол. Здесь спирт обычный. Вот, протер. Значит, что? Температура у нас какая? Температура у нас в помещении 19,5. На поверхности у нас 14,1. 14. У нас тут зима пришла. Вот так вот снежок идет вовсю. Вот видно. Снег идет. Так что к нам тоже зима пришла. На наш Северный Кавказ. Вот, подготавливаемся. Температурку на поверхности, я думаю, что 14. Это маловато. Вот уже чуть больше стало. Надо довести градусов хотя бы до 18. Вот сейчас, пока я тут грибы помою и подготовлюсь, я думаю, что температурку надо поднять. Потому что по холоду тоже работает клей каждый по разному. Номером. Вот это немцы грибки нюслевские. Это у нас Китай будет. А это у нас ультравские. Вот, с магнитиками такие есть грибочки, но они, честно говоря, подуставшие, особенно вот такие маленькие у меня. Потому что я ими давно работаю, но не в этом дело, посмотрим, как это себя все покажет. Сейчас берем бензинчик, и в бензинчике их немножечко помаринуем. Для того, что все равно как-то остатки клея на грибках остаются и прочее. Заливаем это все дело. Вот такую вот
это все будет. Пусть немножко они тут помаринуются, грибочки, чтобы они были чистенькими. У нас же эксперимент, для этого постараемся, чтобы в равных условиях были грибочки и были чистыми. Минут 20 это все находилось под воздействием бензинчика. Я думаю, этого достаточно вполне. Теперь берем, протираем салфеточкой и считаем процедуру завершенной. 19,5 тут было. Вот. В принципе, достаточно. Вот. Поверхность чистая. Грибки тоже чистые у нас. Теперь можно приступить непосредственно к наклейке. Сейчас включаем пистолет. Пусть он тоже приходит в надлежащий вид. Сейчас вот он будет прогреваться, войдет в режим. И можно уже будет заниматься непосредственно самим тестом. Но опять же повторюсь, вот это клей Матрикс белый. Ну вот, начнем с него, здесь поклею на отрыв. Вот, и потом следующий ряд рядышком поклею вот этим клеем тестируемым под фамилией Заклей. То, к сожалению, и снимать, и работать не получится у меня, так что придется поверить на слово, как говорится. Ну вот, начинаем. Сейчас поклею, выдерну все и потом все расскажу, как было. Вот, начинаем. Подвел я, выбрал люфт и начинаю потихоньку. Начинает падать, ну ладно. Дабы не тратить время, здесь надо чуть подвести, ножки разные по длине. Ну, как я уже говорил, на отрыв с одного раза. Вот так получается. Как мы видим, клей остался на детали, что в принципе и должно быть. Значит, в принципе, все правильно делалось. Вот кое-где на грибочке вот кусочек клея остался. Ну, это не страшно. Вот, сейчас поменяю я клей. Вот. Лишнее выдавлю остатки, чтобы был только чистый клей, вот этот заклей. И то же самое сделаю. Вот. Сейчас надо лишнее все удалить из пистолета, чтобы был у нас только чистый клей, даже не смесь. Пистолет начал греться, частично клей уже ушел, в принципе, здесь вот видно, что клей уже не белый идет, а смесь белого клея и вот этого прозрачного. Но тем не менее, это пока идет смесь клеев. Вот здесь уже видно, что пока что идет смесь, но уже более чистая. Дать немножко времени, чтобы пистолет опять же в режим вошел и клей прогрелся до нужной температуры. Температура у меня здесь
130 градусов. Тут плохо видно. Вот так получше будет. Еще немножечко надо выдавить. Дабы убедиться, что тут клей именно тот, который мы будем тестировать. Вот, сейчас он прогреется, и можно будет попробовать этот клей. Вот он второй ряд. Сейчас мы видим, где-то больше, где-то меньше. Все приклеено, и опять же начинаем, подводим на отрыв. Что мы видим? Значит, уже одно то, что клей здесь остался, говорит о том, что клей немножко другой. То есть, если здесь этот белый клей остался на поверхности, вот, то этот клей остался только вот на двух наших экспонатах. Кстати, вот даже без спирта он отходит. Вот так, даже отрывая, вот этот клей, он такой даже, вот, скажем так, по тактильным ощущениям он более эластичный. Вот этот клей, он более такой жесткий. Да, его тактильно чувствуется, что он более жесткий, нежели вот этот заклей. Ну, сейчас посмотрим на то, как он выдернул. Так, приступаем. Что мы видим? В принципе, все образцы выдернул, несмотря на то, что вот этот клей остался на грибках. Вот как мы видим, да, он тем не менее работает, и работает приблизительно одинаково. Вот такой вот тестик. Я, как обещал, все-таки я нашел время. Вот что скажем, сказать, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но в принципе клей работает, клей нормальный. Спасибо за предоставленный клей, я вот потестировал, посмотрел визуально, так сказать, я бы не сказал, что кто-то там сильнее, кто-то слабее, в принципе тянет примерно одинаково. Почему? Потому что вот мы видим, допустим, визуально, да, здесь вроде бы как он меньше выдернул. Здесь вот одинаково, здесь тоже поменьше. Здесь тоже вот одинаково выдернуто практически. Вот, то есть, в принципе, клей тянет примерно так же, как и термоклей, которым я пользуюсь. Ну вот, всем спасибо. Я просто почему эти видео снимаю, делюсь. Кто-то что-то может посоветовать, что-то кто-то где-то увидел, опять же спросил. Вот ответы на вопросы. Почему
Почему, опять же? Потому что в разных городах, в разных магазинах продаются разные клеи. Ну а в принципе, как мы видим, работают они, хотя бы вот эти два клея, примерно одинаково. Вот такие у меня выводы. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.